Какая хорошая компания. Иван. Александр. Сыграйте. Я купил билет, дошел до перо. Я не торопясь добрел до вагона. Уложил вещички, сел в уголочек. Правда, любопытный попался попутчик. А зачем тебе дорога? Чтобы идти. А почему ты одинок? Чтобы найти. А зачем тебе гитара? Чтоб сказать. А струна тогда зачем? Чтобы порвать. А почему так смотришь вдаль? Чтоб не забыть. А глаза тебе зачем? Чтобы закрыть. Живешь ты, брат, скажи мне, для людей. А улыбнулся ты зачем? Чтоб быть добрее. Он спрашивал все, он строил догадки. Потом он достал свой коньяк с шоколадкой. Наливал не спеша, очень старался. Но, видать, я его огорчил, отказался. А почему ты завязал? Чтобы пожить. А друзья тебе зачем? Чтоб дорожить. А жена тебе зачем? Чтобы гореть. А любовь тогда зачем? Чтобы болеть. А почему ты в сапогах? Чтоб устоять. А враги тебе зачем? Чтобы понять. А почему ты против ветра? Чтобы тихо. Воевал зачем? Чтоб жить среди своих. Тяжелым был путь, скажу вам не сказка. В итоге сошел он хмельной под Батайском. Я все думал, что он хотел из рая забраться. Он дал мне еще раз в себе разобраться. А почему идешь к вершине? Чтобы взять. Ну а что тогда возьмем? Хочу раздать. Почему не лечишь сердце? Пусть болит. Ну а смерть тебе зачем? Пускай бодрит. Ну а кто там над тобою? Воронье. Ну а что если укрыться? Не мое. Так зачем тебе все это? Чтобы жить. Ну а веришь ты зачем? Чтобы простить. Так зачем тебе все это? Чтобы жить. Ну, а веришь ты зачем? Чтобы простить. Александр Шилин.